Всем привет, меня зовут Александр, мне 34 года, я из Украины, города Харькова. До курса играл НЛ2, подходил к НЛ5, сейчас перешел на НЛ5, стабильно играю в плюс. Что понравилось в обучении? Да понравилось в принципе все. Структурированное обучение, понравилось мышление логическое покере, которое начали приобретать мы. Понимание концепции игры вообще в целом. Понравилось то, что есть разбивка на мини-группы с людьми, которые помогают тебе, с абсолютно незнакомыми людьми, но которыми мы подружились, помогаем друг другу и не будем терять связь и дальше. Курс очень полезный, советую всем. Что мне не понравилось? Да не понравилось, такого нету. Очень насыщенный курс был, при котором постоянно мы что-то делали, постоянно что-то изучали, и я думаю, это плюс ЕВ нам всем дало. Что можно улучшить? То улучшить я, наверное, не вижу. Что-то убрать тоже из этого курса, как бы, я не думаю, что что-то стоит. Ну, от себя добавлю большую благодарность команде Poker Ability, в частности Петру, ну и всем тренерам, всем менеджерам, всем кураторам, которые всегда помогали, всегда были на связи. И самая большая отдельная благодарность Петру за то, что взял учеников из Украины бесплатно. В связи с ситуацией с 24 февраля не все могут себе позволить, с Украины, не все могут себе позволить пройти этот курс. Многие остались без работы, как и я в том числе. Спасибо команде Poker Ability, которая бесплатно обслуживала людей, помогали им что утром, что днем, что ночью. Спасибо еще раз Петру большое, огромное. Курс очень понравился. Еще бы прошел его, наверное, попозже. Ну а сейчас, как бы, из-за того, что очень интенсивная тренировка, много информации, которую надо разложить в голове по полочкам. Еще раз хочу пройти, уже самостоятельно пройти все разделы, все концепции, повторить все, закрепить. Ну и будем двигаться дальше. Все, всем спасибо, пока.